Привет, это канал I Like Pet, я Таня, а это список популярных имен для домашних любимцев. Кого здесь только нет: Тайсон, Джек, Бонни, Рекс, Лаки. Такие разные имена. Как выбрать кличку для своего питомца так, чтобы она ему подходила? В этом выпуске мы рассмотрим основные советы на эту тему. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. У вас в доме появился питомец, долгожданный и безымянный. Как же назвать нового друга так, чтобы кличка идеально передавала его уникальность? Мы решили собрать основные рекомендации на эту тему. Итак, представляем вам 5 советов, как назвать домашнего питомца. Кличка должна подходить внешности вашего животного. Так, абсолютно черного кота будет неуместно назвать Снежком, а абсолютно белую собаку Тьмой или Багирой. Присмотритесь внимательно к внешним данным вашего животного. Возможно, у него очень красивые зеленые глаза или внушительные размеры тела. Обращайте внимание на подобные изюминки при выборе имени для питомца. Кличка домашнего животного должна соответствовать его характеру. Если у вас озорной, энергичный пес, назовите его каким-нибудь веселым именем, например, Шустриком. А если ваша кошка больше всего любит дремать и нежиться на солнышке, назовите ее Соней. Проявите креативность при выборе имени для питомца. Отойдите от стандартных кличек, попробуйте подарить вашему животному необычное имя. Отнеситесь к этому процессу с юмором. Почему бы не назвать вашего питомца именем какого-нибудь сказочного персонажа или героя кинофильма? Возможно, вашему псу идеально подойдет имя Бэтмен, а кошке – Жасмин. Старайтесь не придумывать сложные имена. Кличку вашего питомца вы будете произносить ежедневно, поэтому она должна быть легкой как для вашего произношения, так и для восприятия вашего питомца. Кроме этого, помните о том, что имя животного должно легко трансформироваться в уменьшительно-ласкательную форму. Расширьте диапазон слов при выборе кличек для вашего питомца. Ищите подходящее имя не только в русском, но и в иностранном языке. Например, многие английские слова уже давно стали отличными именами для домашних животных в нашей стране. Среди таких популярных английских кличек имена White, Tom, Michael и Archie. Сколько, оказывается, полезных советов существует на тему выбора имени для питомца. А у меня для вас припасен главный совет. Выбирая кличку для животного, обращайте внимание на то, как питомец реагирует на свое имя. Отзывается он на него или нет. Все-таки ему с ним всю жизнь ходить. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!